Ну, а здесь продолжается ночная жизнь. Работают канобы, ресторанчики. Ну, ресторанчик это ресторанчик, а канобы это как бы маленькая закусочная. Народ болеет за футбол, сегодня кто-то играет. Весь сосредоточен народ на футболе. Всем интересно, что там происходит. Ну, какое-то похоже дополнительное время. Потому что и нет. Ну, а здесь люди знакомятся с прайсами. Прямый запах. Море. Вечера. Вот мы и заканчиваем прогулку по городу. И возвращаемся к тому месту, откуда мы вышли. Вечер. Дети начинают спать. Везде идет трансляция футбольных матчей. Все увлечены этой темой. И яхты спят в своих причалах. Жители яхт. Кто-то смотрит в бинокль матч. И всеобщее единение. На базе футбольной Нивы. Ну, а мы идем дальше. Мы покидаем этот гостеприимный город и отправляемся опять в свою гостиницу. Прекрасный день завершается и начинается, вернее так, продолжается прекрасный вечер. Путь ведет назад через торговые ряды, наполнены различными подделками. Кремами, пахучими травами, праздно шатающейся публикой. Жареные орешки, рекламные пробирания. Дети, которым спать пора. Сумки, майки, татуировки. Ну, не взаправдошно. Утомленная едой публика отправилась за зрелищами. И только счастливый обладатель интернета продолжает. А, ну и запоздавшие. Те, кто не успел пообедать вовремя. Не желаете прийти открыточку с видом? Вполне возможно. Дворики. И вечное мороженое. Сладкая страна Хорватия. Да, и такая в духе. Эти такие канобы. Изображение блюд. Прогуливающиеся парочки вечерами. В вечерних прогулках. Опять-таки мороженое. Товарищи, аккуратнее с мороженым. И опять футбол. Футбол, футбол, футбол.
Футбол. Футбол, кругом футбол. И прогуливающиеся пары. Да. Вечернее курортное время. Мороженое. Чао. Пицца. Уже имеет успех. Загрузили совсем блинные ребята. Никто блины уже не ест. Дальше сачочный ряд. Тапочный ряд. Кстати, тапочки тут не лишние. Как я уже говорил, вот таких вот ежей здоровых тут навалом. Вот такие примерно ежи тут в море. Да. Мед. И опять блины. Но здесь дела идут лучше. Народ все же соблазняется на блины. И тут идет процесс блинопечения непрерывно. Отчучно-брелочные ряды. И мы наконец-то... В конце стоит художник с нетленкой. И мы погружаемся уже к себе в гостиницу. В покой, тишину и негу. А, ну дети все еще прыгают. Вот так вот. Где же этих... У них моторчики-то находятся, а? Непрерывно эти прыгают. И прыгают. И получают огромнейшее наслаждение. А во время тоже спать пора. Нет, еще не пора. Так вон еще как прыгают. Но мы уже не настолько молоды, мы пойдем все-таки уже отдыхать. Завтра большой насыщенный день. И все-таки мы не ошиблись с выбором отеля. Оживление города, его пряное веселье в темную, теплую, среднеземноморскую, виноват, не среднеземноморскую, а адриатическую ночь. Остается позади. Мы идем в наш отель. Здесь царство неги, покоя и прекрасного отдыха. Пиния, днем дающая тень, вечером истощает потрясающий аромат хвойный. Нагулявшись по городу, вкусив всех его курортных благ, мы отправляемся к себе спать под сень этих прекрасных деревьев. Флодороги.ру. На хорватском курорте. Лето 2010 года.